Поговорим об ораторском искусстве. Часто меня спрашивают, как справиться с неуверенностью, волнением и страхом перед публичными выступлениями. В этом видео я поделюсь с вами несколькими мыслями, взяв на заметку которые, вы сможете легче справляться с волнением и повысить вашу убедительность. Во-первых, попробуйте перенести центр внимания с того, как на вас смотрит публика, что о вас думают и как вас оценивают, на то, какое удовольствие вы испытываете, выступая публично. Если вы испытываете кайф, выступая, публика чувствует это, и она захочет смотреть и слушать вас снова и снова. Это первый момент. Второй момент. Четко представляйте и отдавайте себе отчет в том, зачем вы сюда пришли и чего вы хотите добиться от публики. Как можно говорить уверенно, не понимая, зачем вы сюда пришли и чего вам вообще нужно? И наоборот, имея четкое представление о том, какова ваша цель, вы легко найдете способы ее достижения, и тогда не нужно будет заботиться о словах. На пути к достижению вашей цели вы будете максимально эффективно на 100% включать вашу способность убеждать, и тогда нужные слова будут сами рождаться в вас. И, наконец, третье. Помните о том, что в зале всегда сидят те, у кого нету той информации, которая есть у вас. И они ждут, когда вы поделитесь с ними этой информацией. Вы находитесь в привилегированном положении. Вы говорите, а они слушают. Пользуйтесь вашим положением. Итак, получайте удовольствие, не думая о том, как вас оценивают. Четко представляйте, зачем вы сюда пришли и какова ваша цель. И помните о том, что у вас есть информация, которой нету у многих. Примените эти мысли в ваших публичных выступлениях, и вы почувствуете, как страх уходит, а уверенность растет. С вами был Антон Деркач. Если это видео интересно или полезно для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до встречи в новых видео.